Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1294. Нам нужно выполнить умножение и пункт А. 0,2 умножить на 3 седьмых, умножить на 5 и на 1 третью. И давайте сначала воспользуемся переместительным свойством умножения. И 0,2 умножим на 5. И сочетательным еще заодно свойством воспользуемся. И 3 седьмых умножим на 1 третью, а потом получившиеся результаты перемножим. 0,2 умножаем на 5. 2 на 5 это 10, поэтому 0,2 на 5 это единица. 3 седьмых умножаем на 1 третью. Сразу можно под общую дробную черту все написать и сократить. 3 и 3 сокращается. 1 и 1. Единица и единица в числителе остается, то есть единица. 7 и 1 остается в знаменателе, то есть семерка. И единицу умножаем на 1 седьмую, это 1 седьмая. Пункт Б. 3,5 умножаем на 18 и умножаем на 1 девятую и на 1 седьмую. Давайте здесь сгруппируем 3,5 и 1 седьмую, и 18 и 1 девятую. Давайте 3,5 представим в виде обыкновенной дроби. Это 35, то есть все число 3,5 без запятой записываем в числитель. Ну а знаменатель такой, какой он был. Если 3,5, то знаменатель 10. 35 умножаем на 1 седьмую и давайте сразу все под общую дробную черту. И 18 умножаем на 1 девятую, это 18. Мы умножаем на числитель на единицу, в знаменателе остается 9. Сокращаем то, что сокращается. 35 и 7 сокращаются на 7. 7 на 7 – 1, 35 на 7 – 5. 5 и 10 сокращается на 5. В числителе единичка остается, в знаменателе двойка. От первой скобки 1 и 1 в числителе, то есть единица, в знаменателе 2 и 1, то есть двойка, 1 вторая. От второй скобки 18 и 9 на 9 сокращаются. 9 на 9 – 1, 18 на 9 – 2. От второй скобки остается двойка и 1 вторую умножить на двойку. Это у нас произведение двух взаимообратных чисел. И такое произведение у нас равняется единице. Пункт В. 2,5 умножить на 1,2 умножить на 4 и на 7/9. Сгруппируем 2,5 и 4. И 1,2 давайте сразу представим в виде неправильной дроби. 7 умножаем на целую часть и прибавляем числитель. 7 на 1 – 7, плюс 2 – 9. 9 седьмых и 7 девятых. 2,5 умножаем на 4. 25 на 4 – 100, ну а значит 2,5 на 4 – 10. 9 седьмых умножаем на 7 девятых. Здесь произведение двух взаимообратных чисел, и это произведение равно у нас единице. А 10 умножить на 1 будет 10. И последний пункт, пункт Г. 4/5 умножаем на 1,2 на 1,1 и на 9. И группируем так. 4/5 и 1,1, 1,2 и 9. Смешанные числа представим в виде неправильных дробей.
1,14 приводим в неправильную дробь. 4 пятых у нас так и остается. 4 умножить на 1, 4 плюс 1, 5, то есть 5 четвертых получаем. И также 1,2 переводим в неправильную дробь. 9 умножить на 1 будет 9, и плюс 2, 11, 11 девятых. И умножаем на 9. Хотя давайте сразу под общую дробную черту запишем, то есть 9 мы умножим на числитель вот здесь. Так, в первой скобке у нас произведение двух взаимообратных чисел, и это единица. Во второй скобке девятки сокращаются, остается только 11. 1 умножить на 11 будет 11. И выполнили задание 1294. Ну и если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.